У нас тут сахар, макароны два вида, подсолнечное масло, но вроде такое все самое основное, то, что нужно обычно людям. Полсотни продуктовых наборов с крупами, сладостями, мукой, сахаром и чаем готовят к отправке в город Клин. Баскетбольная команда «Химки» Подмосковья подхватила эстафетную палочку и приняла участие в благотворительном марафоне по сбору продуктов для нуждающихся жителей региона. Идея организовать такой благотворительный марафон пришла как-то одновременно и нашему руководству, и игрокам, в частности, это Элихан Ахмедов и Иван Евстигнеев. К нашей благотворительной акции активно подключились не только игроки команд «Химок», это и основная команда «Химки», и наши молодежные проекты «Химки-2», «Химки-5». В Москве Гагарин, также сотрудники Центра спортивной подготовки номер 5, где мы, собственно говоря, и базируемся. Большой вклад внес наш выпускник, который следующий сезон проведет за команду из Свердловской области, Александр Захаров. И также подключились многие болельщики. Благотворительная поездка в Клин уже третья по счету. До этого продуктовые наборы отправляли в Солнечногорск и Чехов. Ильхан Ахмедов, защитник команды «Химки» Подмосковья, один из инициаторов благотворительной акции. Он развозит продуктовый груз по городам и передает его местным добровольцам. А уже они распределяют наборы среди подопечных социальных и волонтерских центров, малоимущих, людей с инвалидностью, пенсионеров и всех, кто нуждается в помощи. Спасибо большое. И от Чеховского клуба волонтеров хочется всем спонсорам, твоим друзьям, баскетболистам, волейболистам, если я правильно, да, говорю, вручить, так сказать, медальки нашего Чеховского клуба волонтеров. Спасибо. Да, именно благодарность. Все, спасибо. Все, счастливо. Спасибо. Всего участники акции передали около 200 продуктовых наборов.